смотри, как ты едешь, а, ничего не видно. Темно все. Трамвай, где? Прямо в Роге. О, прямо в Роге, прямо под землей трамвай идет. Вот такой, Татры под землей прямо. Да. Красиво, да? Да. Там это... Где? Ехать, ехать, там так и под землей, и наземные участки есть, и подземные участки есть. На скоростной ветке там, да, есть? Нет, на 28-м. Только на 28-м. Они длинные. Нет, а? Нет, таком не катался. Нет, на таком не катался. А как называется еще? Добра. Только сейчас пик. Добра? Добра, да. Я не знаю. Надо посмотреть. Очень. На 28-м есть. Ну, теперь у тебя будет новая цель. 5 новых составов. 5. 5? Да. Надо будет посмотреть. Сейчас? Нет, на 28-м. 28-м, а... Очень красивый состав, и покатайся. Ты хочешь, да? Там тоже на 28-м очень красивые трамваи. У них 5 штук за 5 минут. Ну это надо будет это самое теперь поехать. Смотри, теперь это будешь теперь говорить, когда поедем. На 28-й поедешь? 28-й маршрут. Да, 28-й. В час пик только, да, я так понял? В час пик. Ну, никого нету. Пойдем тогда, сейчас уже.